Каллиграфия, кимоно, суши, самурайские мечи и, конечно же, косплей. Третий по счету фестиваль японской культуры прошел во Владивостоке с шумом и музыкой, полный запахов азиатской кухни и любопытствующих мальчишек и девчонок. Последние с интересом разглядывали не только традиционные национальные наряды, но и чуть менее консервативные творения косплееров. Любителей примерить на себя образ любимого персонажа собралось несколько десятков. Некоторые даже участвовали в специальном шоу в рамках фестиваля. Косплей в Владивостоке, вообще в Приморском крае, уже существует около 10 лет. И у нас он достаточно хорошо, так прогрессивно развивается. Вообще косплееров сегодня около 30 человек точно. Гостям фестиваля предлагалось на выбор сразу несколько развлечений. Кто-то наряжался в традиционное кимоно, которое в прошлом носили в Японии как мужчины, так и женщины. Другим хотелось получить от мастеров каллиграфии собственное имя, написанное иероглифами. Для журналистов мастер Суюки сделала исключение и написала традиционной азбукой Японии «8 канал». Специально для 8 канала. Одной из самых интересных позиций в программе японского фестиваля стала презентация от Общества социально-медицинской помощи при медицинском центре Хокуто. Новаторская медпомощь с применением японских технологий доступна для горожан Владивостока уже с 2013 года. Однако грядущей весной Хокуто совместно с JGC планирует открыть совершенно новый, продвинутый реабилитационный центр. Я здесь, чтобы представить в рамках фестиваля наши технологии и наш бизнес. Уже в марте 2018 года мы планируем открыть реабилитационный центр прямо здесь, во Владивостоке. Любой желающий мог оценить качество медицинских технологий Хокута, измерив давление на современном японском тонометре. Ближе к вечеру публика перебралась с площадок и секций фестиваля в актовый зал, где их ждала яркая концертная программа, косплей-шоу и выступления музыкантов страны восходящего солнца. Евгений Черемухин, Юлия Пехтерева, Даниил Клёва, новости на восьмом.